Так, всем привет, дорогие друзья и подписчики канала Вазелдук. С вами Кон. Сегодня мы будем опять не вызов. У нас сегодня звонок на номер 666, то есть демону, и на номер 555. Это в рай самому Господу. Итак, сейчас мы попробуем два способа. Итак, первый способ у нас обычный телефон. И третий способ, это у нас Skype. Skype. Итак, давайте начнем. Итак, берем телефон. Давайте сначала попробуем позвонить самому Господу. То есть, вот я даже себе написал 555 и 666. Ну, все запомнят, я думаю, уже. Давайте начало Господу. Все-таки, а не демону. Значит, набираем 555. Пять. Давайте. Так. Так, стой. Появилось! Значит, кто-то ответил. Блин. Ответил кто-то. Ну, мы сейчас это решим на скайпе. Ладно, так. Блин, господи, давайте еще раз. Хотя не, зря я память трачу, у меня все равно 3 минуты осталось. Давайте на звонок 666, значит. 666. Фу, блин, мне страшно. Так, стоп. Да ну нахрен, опять кто-то ответил. Блин, все. Так, ладно, давайте теперь попробуем позвонить скайпа. Так, сейчас у меня запись скоро закончится, да, очень скоро. Значит, 555. Стоп. Итак, в общем, дорогие друзья, меня с компьютером нельзя позвонить, я забыл со скайпа. Так что первая серия заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также оставляйте свои вызовы в комментарии. Обязательно, чтобы изгнать, смотрите, если вы оставляете. Ладно, всем пока-пока, ждите второй серии.